report. All quadrants, check in. Ух, я и не заметил, что микрофон выключен. Хорошо, что заметил. Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Batman Arkham Origin. Я вот думаю, что этот лифт — это подстава. Хотя нет, нам помогли. Нет, нам не помогли. Listen, I'm on your side. My side? My side works within the law. My side doesn't leave suspects with broken bones and missing teeth. We've earned Gotham's respect. If that were true, I wouldn't be here. Gordon, clear the line of fire! Hold your fire! If he moves, take him down. You've got nowhere to run. Move, Gordon! I'm taking him down! Не самый лучший вариант, но работает. Ой. Не трогай оружие. Куда нам сюда? Похоже, мы вышли на улицу. Сейчас мы их обоих вырубим. Покинуть полицейское управление Готэма. Hello? Hello, Batman? It's Barbara. Sorry for hacking into your comms. И потом Барбара нам будет помогать в последующих частях. Здорово. На вертолеты, по-моему, можно было тоже цепляться, да? Даже была какая-то миссия, что надо было какие-то передатчики с них снимать. Сейчас, по-моему, уже нельзя. С помощью... Да, хорошо. Не запали меня. О, боже мой. Ну их тут всего лишь двое. Сват. Великий и могучий. А нам все равно туда. Стоп, 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 стоп. Бесшумный рыцарь. Так, ну-ка. Так. А. Я думал, это собирательные штучки, а это еще одна камера. Тихо, тихо, тихо. Вот дерьмо.
gotta... Бесшумный, конечно. Иногда. Да что мне делать на этом месте-то? Именно здесь что-то. Давайте посмотрим. Выяснили все местоположение черной маски, проникните в канализацию под полицейским управлением Готэма. Тут где-то должен быть люк. Значит, где-то внизу. Ну, крока уже в канализации не должно быть, так что это радует. Офигенно. Strange. These are black masks, men. Not the kind of guys I'd expect to find running around in the sewers. An expert martial artist to protect us down here. Protect us from what? The rats? No, the bat, you idiot. The bat. The bat's got better things to do tonight than hang out in the sewers. I hope you're right. But just in case, I'm glad we got old Kung Fu on our side. Hey, whatever makes you feel better. I'm just worried about how I'm gonna get this smell out of my clothes. Boss is making something. Начинается представление. Да, всего лишь человек. Хо-хо, какой каратист. Спокойно. Хорошие у них контратаки. Ну не такие уж они и сильные, хотя... Да. Так, отлично. Думаю, я все равно смогу победить. Новый уровень, отлично. Так, ближний бой. Так, критический контрудар. Хорошо. Do not drink. Что я тут делаю? Ищу маску? Загрузите в бэткомпьютер национальную криминальную базу данных. Понятно. Ау-ау-ау-ау. Блин.
упал и умер. Бывает. Да что ж ты будешь делать? Я кнопку нажал. Ну стреляй, что такое? Я выбрал мишень. Теперь хотел бы стрельнуть. А он не хочет. А, наверняка мне надо вот в эту дверь. Да что они меня все время этим паром? Может быть, конечно, нет. Но кнопку я нажал. Это уж точно. Я могу еще... Оу. А зачем мы это сделали? Неизвестно. Офигенно. Ладно, будем высматривать. Пока я вижу тут только один путь. Газ на этот раз. Ну, точнее, пар. На этот раз не подловите меня. Вот тут какая-то точка появляется, что я могу зацепиться, но... Ну давай. Ну это понятно. Да. Тот еще инвалид. О, вижу. Ну, теперь лучше будет. Привет. Канализация, блин, конечно. И теперь мне надо туда залететь. Да, залетел. Хорошо летает. Надеюсь, теперь я просто смогу в эту... Херню батарангом кинуть, и все будет окей. Так, пока пар, пока пар, пока пар. Ну хорошо, что он не упал. Очень низкий.
boss. This ain't like him bombing cop shops. A lot of these guys are... Один в броне. I'm under the GCPD. Why aren't Black Mask's men planting explosives here? The cops have always been on his payroll. He would need both. Ну давайте каратиста попробуем вынести. Тяжеловато. Места маловато. Хорошо, что у нас прокачано здоровье и в целом-то нормально. Помнится, в Arkham City... Ой, Asylum у меня было не прокачано, и все равно получалось. Стареем. Так, ну что у нас тут кнопочка... Не, как бы там ни было, интересная часть. Зачем что-то менять, и правда, как кто-то сказал, если все так замечательно работает? Ничего особо нового, но история хорошая. У-у-у. Блин, как же он достал, а? Говно, кто взял пушку? Так, эти вырублены, отлично. Дверь заперта. Но она нам и не нужна пока. Alfred, confirm we now have access to the National Criminal Database. Connection confirmed. You can now perform DNA analysis. I'm also sending over the police file for the Lacey Towers case. This photo is from the day of the murder. It's a perfect match. The DNA tells more of the story. But here's something the police overlooked. Roman Sionis owns the Gotham Merchants Bank. And he installed biometric security only he could access. Alfred, I have enough information to solve the Lacey Towers case. Here's what happened. By now, Gotham PD thinks Roman Sionis is dead. The
casualty of a turf war. Murdered by the Penguin. But I know better. Someone spooked Sionis' girlfriend. So he sent her to his safe house, which was anything but safe. Sionis showed up later, ready for trouble, and found it. Or so it seemed. Roman's always been paranoid. It's probably why he's lasted this long. He'd sent in a decoy, giving himself the element of surprise, but it wasn't enough. There was a fight. Sionis lost. The killer didn't hesitate to shoot the decoy, but he wanted Roman alive to access the cash stored at the Gotham Merchants Bank. With Sionis under control, all that remained was to tie up loose ends. But it wasn't the fire that killed Sionis' girlfriend. Но если это все же делает Джокер, это гениально. What kind of monster forces a man to kill the ones he loves? The Joker. He's the shadow I've been chasing. And now I know where he's going next. Gotham Merchants Bank. Alfred, see if you can find any information on someone named the Joker. Searching now, sir. There doesn't seem to be anything coming up. What do you know about him? Not much, but he's taken Black Mask hostage. Hostage? So Sionis isn't dead? I don't think so. From what I can tell, he's worth more to the Joker alive. The Joker wants to use him to break into the Gotham Merchants Bank. I'm on my way there now. Какой лихо закрученный сюжет, а? Супер. Будем искать, будем искать. Cordially, you are very cordially invited to a party, and it will be a grand affair, and it will be a grand affair hosted by the Hatter. Шляпника помню из второй части. Такой психоделичный уровень был. We do hope that you can come to share in all the joy. Greetings and salutations, Batman. I'm Jervis Tetch, inventor, entrepreneur, and part-time haberdasher. You must be wondering why it is I sought you out. Well, I have an employment opportunity I'd like to discuss with you. Help me! Please! If you can hear this, he's going to... Oh, don't mind Alice. Poor dear, her mind is all aflutter, and who can blame her after all she's been through? But I'll have her right as rain soon enough. Don't you worry about that. Вот это круто. Я более-менее люблю эти всякие Алиса в стране чудес. Безумный шляпник должно быть. Безумный кот. Носите шляпы.
Что, у нас дополнительное задание появилось? Всему время придет, наверное. А я помню это место. Конечно, конечно. Ну погнали. Хотя посмотрим, где нам надо высаживаться-то. Интересно, вот это будет открыто? Нет, это вся карта. Это вся карта. Я-то надеялся, что там типа, что-то великое, большое. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вышек. Все. Ну а что делать? Бывает. Сюда отправляемся. Сейчас будет драка. Замечательно. Сколько ж их пришло, а? Анархисты. Ну давайте. Либерти, окей. Быстренько бьют. Да на самом деле иногда. Так, куда нам надо? Куда нам надо? Мы совсем рядом, хотя нет, это не задание. А где задание? А задание у нас в этой части, что-то я промахнулся. Давайте еще один перелетик сделаем. Я ж могу? Нет, я не могу перелетик сделать на такое короткое расстояние. Ладно, давайте до сюда доберемся. Заснеженный рай для психопатов. Fell from a nearby building, but there's not much else in the file. His identity might shed some light on things.
Ну вот, попал на место преступления. Бывает. Ну давайте проверим. Брайан Мерфи, an account manager at the Gotham Merchants Bank. Cause of death, internal injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. This blood spatter indicates. Сложно было догадаться, что он упал. I should check the roof. А, ну упал и упал, а что я должен в этом где-нибудь тут встанем? Чтоб полностью видеть все. Что ж они от меня тут хотят? Ну, это надо внизу искать, точно уж. А что надо искать внизу? Есть запись, ее можно вертеть. Это точно ключ. Быстро все происходит, но падение, оно упал и все и помер. Занимаюсь. Хотя... Готово. Что готово, но он взлетел и упал. Взлетел и упал. Не знаю, что тут на самом деле. Ладно, давайте. Так, подождите. Падение в Jezebel Plaza. Расследовать. Так. Что ж, жертва упала с ближайшего здания. Угу, тут уже все. Может, я все же могу быть наверху? Сейчас проверим. Ай, что ж вам надо от меня? Я смотрел, что им что-то от меня надо, но просто нарвался. Ой, опять их много. Come on,
sake! I can beat him! Let's do this! Блин, они меня так сейчас победят, надо. Ну что ж ты делаешь? Отпусти, нет. Не нужно быть так высоко. Как видите, я тут не могу ничего осматривать. Проверю, конечно, еще тут. И тут. А-а-а. Two sets of footprints means the victim wasn't alone, and the scattered paperwork suggests he had a briefcase. I need to find that. С этой стороны я что-то видел. Ага, вижу. Но это плохо. Interesting. There are two sets of fingerprints here. One belongs to the victim, the other to Robert Haynes, a well-known con artist. Alfred, I need the last known location of Robert Haynes. I'll send over everything I've got in case it helps. No need, sir. I already have a search area. Check your display. This is not a test. Gotham City is under emergency curfew. Я не хочу смотреть отчет по делу, я хочу посмотреть, где она находится, и не заменилось ли мне главное задание вот этим. Нам надо... Нам все еще надо сюда. Ну ладно. Коммерческий банк Готэма. Сделаем это в следующей части. Но пока всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Увидимся. Фух. Интересная игра. Интересная. Даже длинная достаточно. Ну хотя пока мы немного играли, но все же. Наверное, как и прошлые части. Все, увидимся.